Оксана, имя девушки изменено, сегодня мирно пишет картины. Но еще не так давно, признается пациентка частного реабилитационного центра для наркозависимых, ее жизнь была адом. Из 35 своих лет 20 она была на тяжелых наркотиках. А началось все, казалось бы, с невинной стопки для души. Позже попробовала тяжелую уже вот героин, наркотики. Вот. И была на системе, то есть систематическое употребление в течение 5 лет. Вот. Как бы, ну, думала, что справлюсь сама. В принципе, были перерывы. Пыталась справиться. Все-таки я прекратила их употребление, но перешла на алкоголь уже конкретно. То есть начались запои по 3 дня, потом по неделе. Замена пристрастию не помогала, рассказывает Оксана. Срывы случались все чаще, но вырваться из замкнутого круга не получалось. Тому способствовало окружение. В употреблении были все друзья. На просьбы о помощи предлагали лишь уколоться. У меня уже не могла практически ходить. У меня онемели, так скажем, ноги. У меня почти отказали почки. У меня был жуткий отек вообще лица, всего тела. В общем, когда меня увидели, ко мне даже ночью подходили и спрашивали, ты живая? Ты живая? То есть, ну все, я просто, если бы я здесь не оказалась, через неделю меня уже точно как похоронили. Спасение в центре нашел и другой наш герой. Назовем его Олегом. Говорит, с наркотиками связался, когда поступил в Барнаульский вуз и уехал из родного города. Очень много свободного времени. Очень много свободного времени, отсутствие контроля и возможность покупать наркотики. То есть больше знакомых, Барнаул, все вот эти дискотеки, не дискотеки. Ну и началось с дискотечных наркотиков сначала, а потом уже более тяжелые появились. И девушке, и парню о центре реабилитации для зависимых рассказали знакомые. Правда, лечение здесь стоит денег. Годовой курс 180 тысяч рублей. Не у каждой семьи, столкнувшейся с бедой, есть такие деньги. И в этом проблема, говорит руководитель центра. Нуждающихся в лечении тысячи, а возможности у единиц. Правда, курс в частном центре может оплатить и государство. Но пока это единичные случаи. С 2016 года даются сертификаты. На год даются 3 сертификата. Ну, как бы вот, 3 сертификата на все центра у нас в этом году, в прошлом году нам давали по сертификату. То есть один человек на полгода. Есть выделение на Алтайский край, 3. И все. Больше нету. То есть финансирования больше нет. Сертификаты по госпрограмме противодействия злоупотребления наркотиками выделяет Министерство соцзащиты края. Получить помощь не так-то просто. Семья наркозависимого должна быть официально признана малоимущей. Сам нуждающийся в помощи должен состоять на учете в наркодиспансере, где сначала ему предстоит пройти медикаментозное лечение. На первом этапе также стационарное лечение, которое у нас функционирует по типу закрытого психиатрического стационара, где ограничены контакты и с родственниками, ограничены контакты, естественно, и с окружением. У нас и установлено и видеонаблюдение, охрана такой микро, скажем, изоляции в условиях лечебно-терапевтического рамки просто необходим для человека. Лечение медикаментами в диспансере и следом психологическая помощь и социализация в частном центре. Такая комплексная реабилитация, говорит главный нарколог, весьма эффективна. Но за 4,5 года сертификаты на лечение получили всего 15 человек в крае. И это лишь одна проблема. Другая – в мотивации на лечение. Человека с помутненным сознанием убедить крайне сложно. Понимая это, в Санкт-Петербурге, к примеру, решили ставить зависимых, которые дошли до судебной скамьи, перед выбором – лечение либо тюрьма. Если человека сопровождает профильная коммерческая организация, реабилитация занимается, то она может взять на себя обязательства по реабилитации такого зависимого, предоставить необходимые сопровождающие документы. Наш регион начал внедрять подобную практику. За последние полгода суды края обязали пройти лечение 300 зависимых, но реабилитация по решению суда, как правило, предполагает лечение исключительно в наркодиспансере, то есть лекарствами, без прохождения должного курса социализации. А это малоэффективно, говорят специалисты. Если, допустим, в медицинский центр попадает и там работают специалисты, и это все в связке, да, и потом человек на социальную реабилитацию направляется, и уже именно работа идет по зависимости, то тогда это более эффективно, конечно, будет.
А тут возникает еще одна проблема. Полноценный курс социальной реабилитации могут предоставить только добросовестно работающие организации, а таких единицы. Не секрет, что многие частные центры для зависимых, говорят эксперты, это бизнес на беде. Деньги собирают, а лечение не оказывают. Есть немало примеров, когда над реабилитантами даже откровенно издеваются. Чтобы отсеять таких участников сферы, подчеркивают эксперты, нужно законодательно установить критерии деятельности реабилитационных центров и увеличить финансирование по госпрограмме. Уже со следующего года эту программу в этой части увеличить, и, скорее всего, она будет увеличена до 10 сертификатов, значит, на Алтайский край. Это до 900, скажем так, до 900 тысяч рублей, почти миллион рублей будет, я надеюсь, это краевая власть, я думаю, что краевая финансовая власть, это решение будет принято, значит, и вот это, я думаю, тоже положительный момент. Родным же наркозависимых советуют специалисты: не стоит закрывать глаза на проблему или опускать руки. После правильной реабилитации до 70% людей возвращаются к нормальной жизни. Один из примеров – Александр. У бывшего зависимого сегодня есть семья, собственный бизнес и реабилитационный центр для лечения таких же оступившихся. К зависимости как к какой-то пагубной привычке или слабоволью. Нет, не надо заблуждаться. Это заболевание, которое требует четких действий. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.